Что вообще происходит? Ой, господи, господи! Всем привет, дорогие друзья мои! Вы наверняка помните прошлый видосик с проверкой сайта, на котором продавались AirPods за 700-800 рублей. Под вниманием компании Apple, что говорит об их непревзойденном качестве? На самом деле же там голимая копия, говнище еще то, просто, блин, отвратительно звучащие, плохо работающие. И вообще, подобные вещи покупать — это просто-напросто выброс денег на ветер. Это точно. Ну это ладно, это мы все, как говорится, проверяли магазины и сайты в России. Теперь же я заказал по просьбе, опять же, подписчиков HBQ, они там как-то по описанию, i7s. За $10. AirPods за $10, да? Ну, может быть, они звучат получше. Давайте посмотрим, что к нам сегодня приехало. Кстати, хочу сказать, по всем габаритам коробки одинаковые. Такое ощущение, что они на одном заводе, блин, делаются, только лишь принты разные и разное оформление у них. Да, ну, все это дело, опять же, у нас имеет вот такой вот комплект. Ну, здесь... Лайтнинга того крутого, вы, наверное, помните, да, какой там крутой лайтнинг был, этого всего нет, здесь обычный микро-USB. Опять же, вот в этом вот всем, значит, говне, транспортировочная пленка так называемая, ну там вы помните, да, там вообще дико синее, ага, здесь уже это все дело не на петлях, здесь это все просто-напросто вот так вот крышечкой закрывается. Также есть кнопка, которая... Ничего не горит, которая нихера не работает. Ладно? Супер, пацаны. Я буду молиться, то, что эти наушники хотя бы заряжены, хотя бы работают. Так, ну-ка. Что вообще происходит? Так. Дальше смысла их нет слушать. Я вам сейчас продемонстрирую, какой здесь основной косяк. Первое. По звуку они ничем не отличаются от прошлого говна под названием iFans. Такой же трэш, такое же говно, также по звуку ни хрена ничего не выдают. Плоское звучание дешевых наушников, не знаю, за 50 рублей. Говно. Но основной момент, который сейчас меня удивил, а даже не удивил, я был готов, что это полный трэш и дерьмо, это то, что они отваливаются. Сейчас я поднесу петличку к левому уху, которое, сука, отваливается, и вы послушаете, что вообще происходит. То есть я подношу к правому уху просто ладонь, и они теряются. Давайте просто услышите это. Я не знаю, передаст ли петличка то, что происходит в ухе, но я постараюсь сейчас поднести максимально близко, и вы послушаете. Все, звук пропал. Появился. Звук пропал. Звук появился. Куда девается Bluetooth соединение, блин? Все. Эти играют. Это ухо играет. Все, это опять перестало. Что за бред вообще? Офигенные, да, наушники? Ой, господи, господи! Какой же, блядь, пиздец. Я просто похлопаю. Я не знаю, очередной трэш. Ну, у меня уже так пукан не горит, потому что, во-первых, они дешевле стоят. Во-вторых, тоже это говно. Короче, все, у меня нет слов. Херня, вы сами прекрасно видели, что просто уши отваливаются между собой. Музыку вы не послушаете, тем более, что там говенные динамики точно такие же, как этих айфансах. Не знаю вообще, кто их будет брать, кроме таких людей, как я. Не знаю, чтобы посмотреть, что там же людям в такое продают, что же там втирает. Говно втирает. Тем более, здесь еще и кейс какой-то унылый, убогий. Он не такой, хоть не похожий. Да, все это херь, на самом деле, похожесть.
Ни в коем случае не покупайте вы эти все реплики. Это дешевый понт, который, блин, приведет, не знаю, к раку слуха, и кровь из ушей у вас пойдет, больше ничего. Какой в этом вообще смысл? Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Вообще никакого, мне кажется. Проще купить те же Blitz Wolf и Xiaomi какие-нибудь наушники. Ну, что-то более китайское, но брендовое. Вот это все херь полнейшая. Залупа, короче. Я не знаю, это... Выброс денег на ветер, вот, iFans, i7, HBQ, все это, ребята, все это говно, вот. Просили заказать? Заказал. Проверил? Трэш, говно, вот, вообще это вот, вот так и вот так, все. Нахер это все, не покупайте вы это, все, все, пока. Копия. Ну, точно такое же говно, как тогда. Вообще ужасно, они еще и не работают нормально в паре. На. Да что ты дурачка, и я отдаю. На, так не надо, что разорался. Голубку. Но. Уголу, пожалуйста, руку. Руку. Голубку. Но. Попай, голубку. Попай, голубку. Попай, голубку.